Всем привет! Вы на канале магазина kugasamokat.ru, который является официальным дилером электросамокатов Куга на территории России. И я его ведущая Лена. В прошлом ролике мы делали обзор и тест-драйв огромного и мощного электроскутера Куга C6 Pro. В этот раз зверь у нас немножко поскромнее. Электромопед Куга V-Pro. Для такого мопеда, казалось бы, мощность мотор-колеса не то чтобы большая, всего 1000 Вт. Тем не менее, производитель заявляет, что он может разогнаться до 50 км в час. Динамично разгоняться Kirin V-Pro может благодаря аккумулятору с напряжением 60 Вольт, а емкость 20 ампер-часов позволит проехать около 55 км на одном заряде. Батарея располагается в корпусе, под сидушкой. Она легко извлекается для того, чтобы заряжать ее в любом удобном месте, отдельно от мопеда. Колеса у V-Pro диаметром 14 дюймов. Покрышки имеют ширину, достаточную для того, чтобы не замечать мелкие неровности и трещины дорожного покрытия. Но при этом мопед остается маневренным и простым в управлении. А комфорт во время поездки обеспечивается мягкой амортизационной системой. Спереди телескопическая вилка, сзади маятниковая подвеска с двумя пружинными амортизаторами. Обе подвески довольно энергоемкие и легко сжимаются даже под моим весом. При этом мопед хоть и небольшой, но вполне позволяет кататься на нем сразу вдвоем. Даже с нашим немаленьким оператором, рост которого около 185 см, я разместилась вполне комфортно. И подвеска с такой нагрузкой тоже справилась. Максимальная грузоподъемность мопеда 160 кг, а сам он весит, по заявлению производителя, 56,5 кг. Тормозная система тут весьма любопытная. Такую комбинацию я лично встречаю впервые. На переднем колесе установлен дисковый тормоз с гидравлическим приводом. А сзади, как вы думаете, что? Механический барабанный тормоз. Кто-то, возможно, подумает, что барабанный тормоз хуже, и, возможно, такая комбинация даже опасна. Но не забывайте, что центр тяжести у мопеда гораздо ниже, и даже если вы сильно нажмете на передний тормоз, перелететь через руль, как на велосипеде, у вас вряд ли получится. Управляется Куга Kirin V-Pro с помощью поворотной ручки газа, знакомой почти всем пользователям мопедов и мотоциклов. Включается скутер с помощью ключа. В комплекте помимо ключей есть также брелки сигнализации, при активации которой мопед начинает издавать характерные звуки и блокировать заднее колесо. Но стоит помнить, что сигнализация не будет работать, если вы отсоедините аккумулятор и унесете его для зарядки. После поворота ключа и включения мопеда, для того чтобы начать движение, необходимо нажать кнопку «Стоп», чтобы отключить стояночный тормоз. Кстати, при продолжительном бездействии мопеда режим паркинга снова включается автоматически. Скоростной режим у Kirin V-Pro всего один, поэтому все дополнительные кнопки расположены только на левой стороне руля. Верхняя переключает информацию, отображаемую на дисплее. К сожалению, текущую скорость, запас батареи и общий пробег нельзя увидеть сразу, только по очереди. Ниже располагается кнопка управления светом. Есть режим дневных ходовых огней и фары ближнего света. А сзади на крыле есть стоп-сигнал красного цвета. А вот поворотники у Kirin V-Pro отсутствуют. То есть, несмотря на то, что в комплекте с ним идет вот такой вот документик, намекающий, что это должно быть полноценное транспортное средство, это совсем не так. Устройство не соответствует техрегламенту о безопасности колесных транспортных средств, а значит, мопедом по закону считаться не может. Также на левой стороне руля есть кнопка звукового сигнала. И весьма удобно, что передняя часть мопеда полностью закрыта пластиком. Так вы сможете спокойно кататься и в дождь, и в грязь, не беспокоясь за чистоту ног или брюк. Крыло на заднем колесе тоже отлично защищает от брызг. К тому же, в комплекте есть еще и брызговичок. Ну и багажное отделение, которое точно не даст долететь брызгам до вашей спины. Багажник, кстати, вполне вместительный для повседневной мелочевки.
Как вы заметили, теплый сезон в Москве закончился. Так что долго кататься и замерять дальность пробега на одном заряде уже не так комфортно. Но рассказать о всех остальных нюансах во время езды я все же постараюсь. Так что погнали! В сравнении с Kuga C6 Pro, на котором я каталась до этого, Kuga Kirin V Pro отличался кардинально. C6 Pro — это был огромный, тяжелый, неповоротливый скутер, который скорее подходил большому бородатому дядьке, чем маленькой мне. Kirin V Pro, хоть внешне тоже не кажется маленьким, но ощущается как легкий и юркий мопед. Мне сидеть на нем было суперкомфортно. Достаточно места для ног, и при этом не приходится тянуться к рулю. Все находится на удобном расстоянии. Нашему высокому и тяжелому оператору тоже было удобно. Но все же, этот мопед идеален для девушек, подростков или парней некрупной комплекции, весом примерно до 80 кг. Хотя, вероятно, пожилым людям в хозяйстве такая вещь тоже бы весьма пригодилась. И ездить на нем гораздо удобнее и комфортнее, чем на любом самокате. Подвеска, возможно, местами чересчур пружинит, раскачивая вас на неровностях, но управлению это особо не мешает. Зато мопед будет прекрасно справляться с кочками, если вы решите махнуть на речку через поле. Копчик вы себе не отобьете и доедете с отличным настроением. Я, катаясь на этом мопеде, почувствовала себя подростком и испытала массу удовольствия. Динамика разгона у него более чем достаточная, чтобы прокатиться с ветерком. Даже несмотря на то, что батарея у нас уже садилась. Было очень жаль, что мы не смогли покататься на нем подольше. Единственный его очевидный минус – это отсутствие поворотников для комфортного передвижения по автомобильным дорогам. Для города с активным трафиком это существенно. Но вопрос это решаемый. Если вы живете в частном доме и вам есть где без проблем его хранить, то Kuga Kirin V Pro однозначно стоящая вещь. И я однозначно рекомендовала бы его к покупке. Те, кто постоянно смотрят наши ролики, возможно, заметили, что я так позитивно и так восторженно редко о чем отзываюсь. Да, скорее всего, найдутся те, кто в комментариях захочет написать, что максимальная скорость 50 км в час и запас хода на 50 км – это слишком мало для аналога обычному мопеду. Но я лично не разделяю гигантомании большинства россиян и не понимаю, зачем вам скорость больше 50 км в час, если в населенных пунктах она и так ограничена законом. Вы хотите стать героем очередной новости об аварии неадекватного хрустика? И как людям может не хватать запаса хода в 50 км, я тоже не понимаю. Но очевидно же, что это скорее помощник в домашнем хозяйстве или же игрушка для катания в свое удовольствие, чем полноценный транспорт, чтобы рвануть на нем от Москвы до Питера. Не бывает в жизни всего и сразу, и при этом недорого. Ну не может крутое современное устройство с отличными характеристиками стоить дешевле, чем... минимальная месячная зарплата в Андорре. Такие дела. Ставьте лайк этому видео, если тоже хотите в России минимальную зарплату, как в Андорре. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И самое главное, вне зависимости от того, есть у вас мопед, скутер или электросамокат, берегите себя на дорогах. И до скорых встреч! Хочешь быть первым парнем на деревне? Покупай Kuga V Pro.